Центре патриотического воспитания «Авангард» 14-летние жители округа получили свои первые гражданские паспорта. Момент, который запомнится на всю жизнь. Для каждого человека это очень важное, знаковое событие в жизни. Бывает оно когда-то первый раз. И сегодня у вас появятся новые права, которых у вас не было раньше. Но вместе с тем не забывайте, что появится и новая ответственность. У каждого взрослого человека, помимо прав и свободы, есть и большая-большая ответственность. Андрей приехал в «Авангард» вместе с отцом. Поддержка близких в такие дни необходима, говорит школьник. Это событие очень важное, и я сначала волновался, но потом я успокоился, и все. 13 юных жителей Одинцовского городского округа получили свой первый паспорт. Теперь новоиспеченные граждане готовы вступить в новую жизнь со своими взрослыми правами и обязанностями. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».